Здорово, ребята! Здорово, ребята! Пошли на дачу! Быстрее! Быстрее! Костер горит, баня построилась, беседка строится, что у нас тут, что у нас тут, что у нас тут? Это... Мясо, мясо, лучок, бабл. И вот так вот, смотри, берешь это? Пробуй, какой вкусный лук. Конечно, он промаринованный. Просто так. Викенды, ребята, викенды. Всем приятного просмотра. Диванчики, стульчики поудобнее выбрали. Сели. И... До конца смотрим влог, до конца. Лайк, подписки, накидываем. Полетели. Ладно, добрый, давай. О, приехал. Ну, Ваня приехал. Хозяин приехал. Куда я? Привет, хозяин. Давай. Посмотрите на эту сиротинушку. 40 кусков, я бы уже на Феррари ездил. 40 кусков на Феррари? Я бы нашел остачу. Главное, старт. Раскрутился, да? А ты на чем ездишь? А я езжу на ногах. Это хорошее кресло, одно Ваньки. Да, это отличное кресло. Я вам покажу беседку. За мной. Так, заходите. Беседка. Плитку помоем, она пока выглядит не очень. Ой, вот с этим долго мучаемся. Это так нелегко вот эту штуку сделать. Сказал, что первый и последний раз строит барбекю, потому что очень геморно. Сейчас я вам лес покажу. Ой, говорит, что ну ее, этот барбекю твою. Вы бы знали, сколько вот это все оно тут выкладывается так правильно, чтобы ничего нигде не провалилось. Сейчас тут пробьют, выведут трубу туда. И будет обалденно. Тот же плитку сделали на стенах. Все стены будут в такой плитке. Сейчас сегодня еще приедет мебель в беседку. Не знаю, может сегодня, не знаю, заснимем мы сегодня это или не заснимем. Если приедет, то покажу. Не приедет, значит в следующий раз. Но беседка уже почти готова. Сейчас только электрику сюда провести. Розетки нам расставят тут за неделю. И мы тут будем отдыхать. Мы снимем про это влог. Мы хотели, конечно, на Дане на день рождения здесь. Но погода такая переменчивая. Дожди передают. И мы не хотим сюда рисковать ехать, потому что будет холодно. Баньку, которую я уже не раз показывал. Но банька уже готова давно. Как же тут пахнет. Конечно, через камеру вам аромат дерева не передать. Венечки мы тут накупили запаривать. Тут все четненько. Стекло. Кстати, надо спросить, когда стекло приедет. Примерно такая плитка лежит в беседке цветом. Просто она сейчас грязная и надо ее помыть. Сейчас, кстати, погодка немножко получше стала. Сегодня решили мы мясом накормить человека, который нам строит дачу. О, Алекс сказал, что больше барбекю строить никому не будет, да? Конечно. А что так? Потому что это геморное дело. Я тут мучаюсь две недели над ним. О, Леха уже села. Вот это да. Королева, блин. Вань, ты цену знаешь барбекю? Чего? Цену. Сколько строить, построить барбекю? Сколько? 4000 гривен, по-моему. А что ты улыбаешься? Нет, я рассчитывал на эту сумму. На 5 премий. Ну а сколько по скидке? Ладно, не будем тебя расстраивать. В смысле, а что, дорого или что? В смысле? 1300 точно. $1000? Ты что, пошутил? 4 кирпича. Там камушек к камушку, что там сложно? 4 кирпича. Короче, ты можешь в интернете почитать. Так если бы ты сказал, я бы сам бы построил. Правильно. Тебе есть шанс достроить. Представьте вообще, сколько стоит вот это все построить. За каждый кирпичик гребут, разводят меня. Не видят, что я ютубер. Думают, ну ему цену x10. Как олигарху, блин. Лен, плати, наверное, сама дальше. Ты уже тоже бизнесмен. Да. У тебя ресторан свой. Да, где там Шамиль? Но он же начальник. Не, начальник ты. Вот, я вообще нигде не числюсь. Насчет чего? Насчет Игоря? Скажи налоговой, ты вообще нигде не работаешь. А, я-то вообще... Ты так приехал. Приехал погулять, на шее посидеть. Лен, налоги ты платишь? Конечно. Значит, ты начальник. О, Даня, кто налоги платит? Скоро купим лодку, поедем все кататься. Кстати, да, уже скоро купим лодку. Лодку будем брать, Финвал. Не, на Финвал у меня денег нет, они меня разводят опять. Я возьму обычную ПВХ-лодку за $300 там. И мотор какой-то там, Ямаха. Да, 150-кубовый. 150-кубовый. Смотри, какую машину Даня нашел. Класс. Ты побежал еще? Даня снова побежал в дом, нашел там, короче, кучу игрушек старых с прошлого года. И сейчас сюда носит их. Еще ближе снимай, что-то.
короче, не знаю. Ты ж кажеш, не бухаєш? Зачем? True story. Значит, ты кажеш, не бухаєш? Зачем? Мне так хорошо. На Василя будем праздновать. Ну, на такие поводы можно. Конечно, ты мебель кота с чужого приволочим запустил. Так у нас свой дом. О, тем более. Нам собаку надо купить. Хорошую. Вы все никак не порекомендуете мне породу. А ну, жилетка, мы будем купаться в речке летом. Вот этих ландшафтников, да, иначе, да, там у них прапорщик типа старший. Да не было жить. Говорит, а нельзя здесь где-то поселиться, он 6 человек поселить, мы будем быстро делать, снимать грунт там, да, заводить чернозем, равнять все. Нам? Не, ну и что? А он говорит, а как вот дом я закрою, а мыться где? Он говорит, да колючкой. Ну что, скажи, с утра пошли, помылись, побрылись. На речке все дела. Не, ну летом да, сейчас нет. Сейчас? Да, да ладно, вода сейчас теплая. Так в Шамиле минус 22 купался. Ведь помните, несет, как минус 22 несет, прыгал? Нас, да. Сейчас кальяшка будет. Так, надо рекламу Ване дать, сказать. Фирма недострой, бригада устала из виновных. Строй. Строй, Андрей, сколько кирпича. Строй красивый дом. Потому что, нету большой. Понимаешь, пока ты вырастешь, уже интернета не будет. Будет что-то новое, блогеры пропадут, а строители были и будут всегда. Слышали, да? Хама. Даня, что ты строишь? Дачу. Давай быстрее, а то... Поэтому строители будут всегда. Даня, ты что делаешь, сынок? Сынок, не надо, ты надорвешь себе пух. Тебе только операцию сделали, не надо таскать кирпичи, сыночка. Не надо, сынок, нельзя. Деткам нельзя такие тяжести поднимать. Этот кирпич весит, как ты. Привычка больше, чем вот. Давай я помогу. Не, я шо? Зайчик. Вот такой, как у меня тест. Ты решил достроить дачу быстрее. Валик пока построит нам, да? Да, я хочу построить. Короче, пока Валик построит дачу, Даня уже тут, короче, сделает дом нам нормальный. Переживай, я еще дома не переживаю. Я не переживаю, сынок. Только кирпичи таскать не надо. Что, мне дом вообще не будет. Дом вообще не будет. Никогда дом не будет. Ты бассейн строишь? Да не, я дом строю. Ты что? Алло. Алло, я дом строю. Ты что? А кому грыжу вырезали, Лен? Тихо стало. Тихо стало. Капец, еще надо, тут у меня штат, а ну штук. Поями. Ох! Завтра все хотели выходной, а получается утром всех работал. Нравится ли дом? Отойди, что ты? Шмай. Не надо. Отойди, снимай вот это. Иди, не снимай, говорит тут, не снимай. Че, ужди. Выключить камеру. Выключить? Да. И не снимать? Нет. Не надо дом строить. Зачем пакетиком? Да, буду я дом. А я вам сейчас мясо покажу. Ай, яд просто. С лимончиком. Какие сроки? У нас сроков нет. Ты мне говорил, за месяц дом построишь. Кому ты там за 3 дня дом построил? Вообще не построил, построю. Вот 28-го начну. Это у вас школа в селе на балабола? Факультет балабол. Не, Манька, ну дело то, что ты понимаешь, ты же сам остановил строить. Уже хата была. Как это я остановил? Я ничего не знаю. Финансы все убрал. Подписчики не платят, я не плачу. Ну, не знаю. Рекламодатели не платят. Ну, конечно. Задерживают выплаты. Я, короче, Валик, придумал. Когда будем достраиваться, оставите мне какую-то последнюю досточку и гвоздь, и я ее забью. Дом построил. Типа я дом построил, да. Сделаем так? Да, не вопрос. Я подумал, что она тут.
Короче, теперь дела пойдут быстрее. Даня строит дом. Я думаю, мы теперь достроимся буквально вот до завтра. Одна минутка еще. Одна минутка даже, не то, что одна минутка, и дом готов. Дом за одну минутку. Одна минутка, что-то не поезжать-то. Одна минута, что-то не получается? Пошел, пошел. Вдруг Даня подарок выбрал. Ух ты. Да нет. Ты не показывай. А, нельзя. Сюрприз. Нельзя. Сюрприз. Сюрприз. Ну сюрприз, сынок, рождения. Сюрприз. На день рождения. Покажи такую. Ну что, нет. Ну на день рождения, это сюрприз. Рождение. Скоро увидишь все. Ты с Тимофея пригласил, у тебя же друг есть. Мама, может, я... О, хотите, мы вас познакомим с другом Данила? У Дани появился друг. Мам, я хочу какую машину выбрать. Так, Тимофея пригласил друга свою. А меня. Мама. А ты какой друг? Я у него лучший друг. Конечно! О-ля-ля! Не понял! Давай! Здорово. Что алкаши? Они выпили, бля, я не знаю, детское. Ну. Кто? А, это портмоне. Приколдес. Для 4. Привет, пап. Привет. А? Почем дом построить? По деньгам, скажи. Вот а сколько денег? Сколько денег? Смотрите. Смотрю. Вот такую. Вот эту. А сколько денег это стоит? 5 гривен. 5 гривен? Да. Да. Недорого. Блин, пацаны, так сочно, как вкусно. Прикинь, такое сочное. Как вкусно. Пацаны, что не так? Деньги заработал. Что вы по жизни не так делаете? Ну, это ж мы домой заберем. Где? Ну, к себе. Хайк. Это песику? У меня же песика нет. Да, это собаки, это не нам. И какое мясо, обалдеть. Ну а что вы ничего не берете? Боже, с лимончиком реально вкусно. А как лимон сохранился? Ждем вкус лимона. Отвечай, попробуй. Я попробовала. Какую валику? Вот эту оставим. Верно. Говорю, как лимон, вкус лимона сохранился? Ну это валику, а это ешьте. Тут валику носили. Это на двоих разрывайте. Давайте так, рот в рот и... Ну что? Очень вкусно. Да? Это Шамиль готовил. Да, безумно вкусно. Обалдеть. Я сейчас заплачу. Я тоже плакал. Че пальчики не облизываешь? Даня, если ты кушать не будешь. Down and straight to the top, she be climbing. We the ones that they admire. All of these niggas expire. Там, короче, снег пошел или перхоть какая-то, не знаю. Мы, короче, сюда переместились. Кто-то головой резко вот так сделал. И мы сейчас перешли в баню опять. Пошел, родной. Не могу. Да, держи камеру. Давай. На, салфетка бы горели, да? Оу! Да, так сейчас же мы швырнули. Сирота, подлаживайся. Да сейчас что-нибудь сядь, я же понимаю. А что он еще будет жарить? Ничего. Откуда взять настроение, если не пьешь? Ходи! Так. Не надо так. Вырежь. Музыка, наверное, сладкая, по-любому ничего не войдет. Ясное дело, слава богу. Потеплело. Не понял. Сука. А вы что тут делаете? Вы что, сосиски едите? Ах, я вам... Идите. Не бойтесь. Да что ты делаешь, дитё? Ты не хочешь показать детям, что ты сосиску откусил вообще, нет? В смысле? Сосиску нельзя есть. Ляшу творят. Ну не дурачки. Нам Шамиль стал так делать, я думаю, он лучше не знает. Не кричи на камеру, удали. Мы это сами придумали. Мы такие тупые. Пока выглядит невкусно. На, надевай, я их так чищу. Шо? Обалдеть! Вот она тяжело, да? Как скажешь. Интеллект, конечно, да, отделен. Вы Brawl Stars не играете, не?
Да что, заметно? А, не топалимся. Вроде бы нигде, не кажется? Ну, поигрывали, да, когда-то? А что, мало? Куда вы, сколько сосисок? Что, все? Не надо больше? Не, ну ладно, давай последний. Надо было дальше тратиться. Это знаете, когда родители уже все сделали, приготовились, а... Надо хлеб, который а дети остались играться. Что это? Надо еще съехать. Что это такое? Это пикник. Пацаны, это вы купили сосиски? Не, они в подарок шли. Бедности. Когда раздаешься, тебе пачки дают. Это вы до сих пор их не съели. Бич-пакет. Там еще пачка гречки была, но мы ее съели. Бич-пакет дают, там мивина, типа сосиски. Так че? Бля, а это что с ними? Что случилось? Еще и молочные взяли. Они с сыром. Слушай, на что скидка была, то и взяли. Какая скидка? Бесплатно. Что, это сосиска пряталась? Да, да. А ты видел, что ее добыть. А как вы так? Ну я на него так ты сейчас сделал. Ты же я с пола поднял, да? Да. С улицы у соседей. Пацаны, конечно, на природу приехали. Дань, ты себе друга нашел? А? Кто твой друг? Мой вот твой. Валик, ты с ним дружишь? Ну то его дома друг. Друзей бывает много. Валик большой. Я люблю маленьких деток. Я никогда не обижаю. Не, ну что ты смеешься? Я вообще с детьми люблю гулять, со всеми. Вы какие? А у тебя дети есть? Да двое. Да одно, у меня двое. А по возрасту сколько? Такого нету, как наши? Не, ну ты начинаешь мою жену, она говорит, давай третий. Я говорю, слышь, так я соберу вещи, уйду. Ну ты, не, ну ты достал, моему старшему 16. Ну. А дочке 7. Ну вот, с дочкой я люблю гулять, а уже ей 16 не люблю. Потому что у него какие-то мысли неправильные. Ориентация, телефоны, ориентация. Холдики там так еще. Так 16 можно посидеть. Когда там холдики уже присутствуют, понимаешь, ему нравится, он дивится какую-то фигню. А маленькая еще. Этот холдики там дивится какую-то фигню. А ты с холдиками не любишь, да? Не, я смотрю сам иногда холдики. Не, ну просто, понимаешь, у него... Он всех благеров там знает, но мне это не интересно. Благеров. Ну я же не знаю. Он один стоит, ты что? Не, так это я знаю. Я тебе рассказываю, что он знает всех там. И даже твоего... Кума у тебя блогера нема? Кума? Да. Не. А у меня кум в полиции не, работает. Не, а тот, который с маленьким ребенком, как его зовут? Подожди, я забыл. Аурум. Аурум, да, его тоже все знают. Ну все. Смотрите, снег был у нас. Сейчас уже, смотрите, все растаяло. Будем проверять. Фу. Сигареты зло, алкоголь отрава. Да вот я с такими, которые не пьют, не общаюсь. Ну, давай соревнования строим. В чем? Кто больше пробежит? Сколько бежим? А зачем бежим? Километров 10. Километров 10. Я сигареты, ты без. Курю всю дорогу. Кто раньше упадет? Я, кстати, занимал первое место по бегу. Где? Везде. Полоса препятствий. Лучший результат. Не, полоса... Я тебе отвечаю. Сигареты фу, алкоголь фу. Посмотри на мою эстетику. А где она? Это фраза где такая. Где вот здесь? Тикток. А тикток смотришь? Посмотри на моего зайца. Скажи ему, кто такой заяц. Ты он мой друг. О! И к этому а надо. А кто еще твой друг? И Василий. Мой Валик. О! Мой Валик. Все. Так что, что ты базаришь? Все, Валик знаменитым будет, да? Я и так был. На что мне становиться? Просто я люблю маленькие деньги. Так вот и закончишь. Не, ну они же безобидные. Они же дети, они еще не понимают. Они маленькие. И безвредные. Не, потому ты их бьешь, да? Я их, ну как, уважаю, понимаю, пока они маленькие. А когда смотрю на таких здоровых, думаю, блин, лучше бы они не рождались. На этом и закончим. Ты от зеркала смотрел? Сейчас ты представляешь? Я его не вижу, нема времени. Работать приходится и ночью. Бане надо было закрывать? Кого? Бане надо было закрывать? Ну, конечно, зачем ты ее открыл? Можно еще ближе, пожалуйста? Чтоб все прыщи прям было видно вот так вот. Что ты скажешь напоследок пару слов? Ничего. И ты пару слов напоследок. Отлично посидели. Ужасно. В целом, я на тебя подписан. Литвин? Хорошо, давай, я заберу. Это тебе было, каблук. Я не пойду. Давай, дом надо закрыть. Давай. Валик точно уже не закроет. Давай. Я все закрою. А, блин, в бачках. Сейчас Саня приедет, но они. А, закроют, да? Выключил? Саня все лишние. Ну, да. Они уже... Да, кстати, сказали, к 9 хоть сидят, блин. 10 жмак.
пиво уже печу. Где ты прикалдес или что? Ты долго будешь снимать? Вырубай давай камеру, тут съемка запрещена.